Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8. В горах минус 3, плюс 2. Днем плюс 18, плюс 23 и местами до плюс 14. В Черкесске без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Днем 20-22 градусов тепла. Защита прав несовершеннолетних как важное направление прокурорской деятельности. Как восстанавливаются права детей мерами прокурорского реагирования? Как часто проверяется деятельность органов системы профилактики и результаты прокурорского надзора в их деятельности? И как восстанавливаются права детей в социальной сфере? И выявляются ли нарушения законодательства о социальной системе несовершеннолетних? И также как поддерживаются государством такие семьи? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой ответит старший помощник прокурора республики по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Артур Казаноков. Доброе утро всем. Доброе утро, Артур. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. У нас сегодня вот такая важная тема, как защита прав несовершеннолетних. Это, конечно, важная часть вашей работы. Я хочу спросить, как восстанавливаются права детей мерами прокурорского реагирования? Расскажите, пожалуйста. Доброе утро. Надзор за исполнением законодательства о несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений органов прокуратуры. Практика прокурорского надзора в данной сфере свидетельствует о том, что нарушения имеют широкую распространенность. Угу. Нарушения законодательства допускаются как органами власти разного уровня, так и органами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. В 2021 году органами прокуратуры выявлено 5564 нарушения. В текущем году уже выявлено 2124 нарушения. В целях их устранения внесено свыше 3000 актов прокурорского реагирования. Более 1400 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. 548 лиц предостережены о недопустимости нарушения закона. По материалам прокурорских проверок возбуждено 12 уголовных дел. Ну, это достаточно внушительные цифры, правда же? Да, конечно. Вот скажите, какая работа проводится по защите прав детей и сирот? В целях восстановления прав и законных интересов детей сирот органами прокуратуры внесено 3 представления, в суды направлено 34 исковых заявления об обеспечении их жилыми помещениями. Угу. Кроме того, по результатам прокурорского вмешательства средства в бюджете республики на 2022 год увеличены, но на приобретение жилья детям-сиротам. Угу. С 52 миллионов до 64 миллионов по судебным решениям. Проведение проверок исполнения законодательства и прав детей-сирот выявлено нарушения в органах опеки и попечительства. В частности, установлены факты отсутствия контроля за деятельностью опекунов, нарушения периодичности проверки условий жизни подопечных, а также формального отношения к ним. Как часто проверяется деятельность органов системы профилактики и результаты прокурорского надзора в их деятельности? В соответствии с организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры и прокуратуры республики, исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проверяется на системной основе. Прокурорами вскрыты факты бездействия со стороны комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел, образовательных организаций
их формального подхода при проведении профилактической работы с несовершеннолетними и законными представителями, также ненадлежащего взаимодействия между органами системы профилактики и ненадлежащей профилактики преступлений. Обеспечено также проведение проверок и установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений несовершеннолетними. По их результатам приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Прокурорами в этой сфере выявлено 1100 нарушений закона. В целях их устранения принято свыше 490 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 230 лиц. А вот как часто нарушаются требования законодательства в сфере образования? В ходе проверок выявлены факты неиспользования материально-технического оборудования, поставленного в рамках национального проекта образования, ненадлежащего обеспечения учебниками, несоблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательных организациях. В организациях среднего профессионального образования выявлены факты незаконного требования от абитуриентов непредусмотренных документов, неразмещения информации, требуемой информации в сети интернет, а также нарушение закона при создании приемной комиссии. И хотелось бы спросить, как восстанавливались права детей в социальной сфере и выявлялись ли нарушения законодательства о социальной защите несовершеннолетних и о государственной поддержке семей, вот, имеющих таких детей? Да, конечно. На системной основе проводятся проверки. Соблюдение прав несовершеннолетних на бесплатное, своевременное и качественное оказание медицинской помощи, обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Например, по иску прокуратуры республики защищены права ребенка-инвалида, страдающего орфанным заболеванием, на обеспечение лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями до отмены этого препарата лечащим врачом. То есть удовлетворены исковые требования прокуратуры. Тут затраты составляют около 50 миллионов рублей в год. Решение суда находится на исполнении. В настоящее время ребенок обеспечивается лекарственным препаратом в необходимом объеме. Также в сфере предоставления мер государственной поддержки семьям, имеющих детей, выявлены нарушения. Так, по результатам рассмотрения исковых заявлений прокурора удовлетворены требования об обязании провести начисление компенсации части платы. Так, в суд направлено 300 исков об обязании провести начисление компенсации части платы, взимаемой на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации. По итогам рассмотрения требования прокурора удовлетворены, компенсация выплачена. Хочу остановиться на этом примере, так как люди не часто обращаются за этой поддержкой, за компенсацией, и разъяснить, что в соответствии с федеральным законодательством об образовании в Российской Федерации, постановлением правительства установлен порядок обращения для получения компенсации части затрат на содержание ребенка в дошкольной образовательной организации. То есть один из родителей, который оплачивает эти услуги, несет затраты, может обратиться за получением компенсации в образовательную организацию с заявлением на имя главы муниципального образования, муниципального района. И в данном случае на первого ребенка компенсация составляет 20% от родительской платы, а на второго ребенка
50% размера родительской платы, на третьего ребенка 70% родительской платы, и на последующих детей то же самое, 70%. Конечно, это очень важная информация для тех, кому это нужно. Хочу отметить, что указанные вопросы в силу их социальной значимости находятся на особом контроле в прокуратуре республики. Работа в данном направлении продолжается. Я благодарю, Артур, вас за вот такую полную информацию, полезную информацию, нужную информацию для людей. И хочу еще сказать нашим зрителям о том, что прокуратура Карачаево-Черкесской республики создала свой разъяснительный телеграм-канал, который называется «Правовой компас», правильно? Да, конечно. На который любой человек может подписаться. Да, спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо вам. Как фотография может превратиться в картину, а чиновник – фотохудожника? В Черкесске состоялась выставка-презентация «По просторам родной республики». Фотохудожник Карачаево-Черкесии Андрей Пинкин рассказал о своих работах и ответил на вопросы ребят в Республиканской детской библиотеке имени Сергея Никулина. Подробности у Али Баташева. И вот я поднял глаза на образ, да? И вот как будто эта скала растеклась в бликах бегущей воды. И я оказался, я вам не могу этого объяснить даже. То есть в таком состоянии это была какая-то любовь. Вот как будто мама вас вот гладит, да, и говорит: дети, сыночек, там, да успокойся, все хорошо, да. И ты чувствуешь безопасность, что тебе хорошо, тепло так, да, и там до слез просто вот ощущение. Встреча с наскальным ликом Христа в Архизе перевернула жизнь бывшего комсомольского работника. Зимой 2001 года Андреем был сделан снимок одной из главных достопримечательностей Архиза. Когда я очнулся и пришел в себя, я увидел, что на бороде Христа, вот, ну, как бы вот увидел образ, кто-то камнем нацарапал там что-то. И я понял, что нам... Ну, вы понимаете, что мне теперь не нужны доказательства какие-то бытия Божия, там, знаки там, и так далее, и так далее. Что если мы не можем даже такие святыни, да, когда ты вот, ну, это я ощущал, это как портал, что я прошел туда и вернулся назад совсем другим человеком. Если мы не можем их сохранить, то зачем мы вообще живем на этой земле и какое мы на это имеем право? И в моей душе что-то, я со мной никто не разговаривал, как вот сейчас любят инсайдеры в интернете. Значит, не было каких-либо, там, кто-то подошел ко мне, там, что-то сказал, что ты что-то должен. То есть я разговаривал сам с собой и сам себе дал слово, что раз моя жизнь вот так как бы стала все плохо, то я постараюсь сделать так, чтобы люди это увидели, почувствовал, может быть, кто-то, то же самое, что я. И стали хранить этот образ со мной или без меня. Он почувствовал призвание запечатлеть красоту чудесных видов Архиза и других живописных мест Карачаево-Черкесии. С камерой в руках на барсе Андрей Пинкин поднимался на все вершины, от Кубани до Лабы, и делал снимки, впоследствии ставшими визитной карточкой республики. Кстати, у автора есть свои критерии оценки фоторабот. У меня существует два критерия, которые я применяю, подходя вот к своим работам. Это картина или не картина. То есть из тысяч снимков, которые я сделал, только ну, где-то 30-40 я считаю картинами. То есть когда человек, если ему подарят ее, то ему за целую жизнь, скажем, она не надоест на стене. И эту работу не стыдно подарить даже королеве. Ну вот такой у меня вот критерий, достаточно жесткий, скажем так. А вторая категория, вы говорите, либо картина, либо... Либо просто хороший снимок, который можно применить, скажем, в фотоальбоме. Но его нельзя, ну по моим понятиям, да, он не дотягивает до того, чтобы он всю жизнь висел перед тобой, как бы перед глазами. А вот среди представленных картин, что вот вы можете, да, картинами назвать? Ну, вот скажем, вот самая крайняя картина, да, это Архиз на реке Софии. Вот для меня она как символ Архиза. То есть в ней сходятся
заснеженные горы, облака, осень, сосны, река и 6 линий различных вот горизонта. Вот эта картина, безусловно. Самый, конечно, ну, я считаю, свой главный снимок, да, и удачный, и вот ради такого снимка стоило прожить жизнь. Это снимок вот Архызский лик Христа, который вы видите перед собой в раме. Да, он его уже нельзя повторить, потому что перед ним стоит рама со стеклом, и нет деревьев, которые тогда окружали лик, на который я залезал на 10-метровую высоту, чтобы сделать этот снимок. То есть каждое мгновение неповторимо, да? Совершенно верно. В этом, собственно, вот... миссия фотохудожника и заключается. Художник образ передает, ну, он рисует его, создает в некотором роде. А я должен передать тот образ, который создал Бог уже, и который меня потряс, вот, произвел на меня впечатление. Андрей Пинкин был первым секретарем горкома комсомола Черкесска. В 2000-м работал над программой государственного развития Карачаева-Черкесии. Он один из авторов программы развития туризма в республике. С 2001 года Андрей Пинкин стал профессионально заниматься фотографией. По тематике Карачаева-Черкесии Андреем Пинкиным сделаны фотокалендари и книги, порядка 25 работ. Камила Алботова учится в художественной школе Черкесска, поэтому рассказ фотохудожника о творчестве она слушала с особым вниманием. На самом деле изначально я думала, что это все нарисовано от руки, то есть это... акрилом или акварелью, а потом, когда лично сказали, что это просто все фотографии, и на самом деле он просто слегка добавил кисточкой объема, красоты, блеска, я очень удивилась. Я просто даже не подумала, что это просто фотографии, потому что в художке учат тому, чтобы каждая фотография была с душой. То есть вот в каждой фотографии, когда мы на нее смотрели, вот будто в окно смотрим, и там горы, речка, лес, вот что-то такое. Я даже не ожидала, если честно. А у тебя не возникло желание взять в руки фотоаппарат и еще как-то дальше развивать свое мастерство? Да, если честно, даже не знаю. Хотелось бы, конечно же, но... изначально, конечно, сначала надо будет отучиться до конца художки, чтобы познать все. А то сейчас, если взять руки в не... фотоаппарат в неумелые руки, мало что получится. Не, ну поэкспериментировать. Ну, равно, поэкспериментировать, да? Конечно, бы хотелось бы. И с материалами, и с камерой, да. Положить. Мне кажется, что у нас в классе много разных национальностей, от мусульман до православных, и вот каждый для себя что-то изъял из этого. Потому что там рассказывалось о том, что человек был атеистом и пришел к тому, что стал верующим. У нас в классе много и тех, и других, и я думаю, что для каждого и то, как пользоваться правильной камерой, как повернулась судьба человека, думаю, это тоже было очень познавательно. Еще вот хотелось бы узнать твое мнение. Вот фотохудожник, да, запечатлевает красоту и передает ее, и просто художник, то самое, это общее, да? Да, это на самом деле очень общее, очень много всяких схожих факторов, потому что и у того, и у другого стоит цель, как можно больше показать реалистичности, передать всю атмосферу, красоту вот того, чем ты занимаешься. Фотохудожник рассказал о фотокамере и особенностях своей работы. Это на тот момент, когда мне ее подарила фирма «Висма», вода «Архыз», которая уже не существует, к сожалению, это была лучшая репортажная камера, пожалуй, в мире. Ну, объективы сегодня остаются лучшим. Вы в цифре работаете? Я работаю только в цифре, но у меня есть и коллекция слайдов, которые были сделаны еще в 2000-е годы. А что можете ребятам посоветовать, чтобы, если кто захочет быть вот фотохудожником? Ой, сложный вопрос. На самом деле... Ну вот, на самом деле это достаточно тяжелая работа. Она не благодарная, так как вот ее считают, да, люди. То есть художникам, просто фотографам, да, ну, это да, бегать по свадьбам, там, по детским садам. Хорошая работа, прибыльная. Работа фотохудожника другая совершенно. То есть она существует ради того вот удовольствия, которое ты вот пытаешься передать людям, то, что ты получил, какие эмоции и впечатления. Мне очень приятно, что по инициативе членов общественной палаты проходит данное мероприятие, что оно покажет и детям, и старшему поколению нам, что нам есть чем гордиться, что в Карачаево-Черкесии есть те люди, которые составляют основу нашей республики. Это и писатели, это и художники, и фотохудожники –
Но мы еще и должны гордиться тем, что мы имеем. Это красота нашей природы и, соответственно, наша история. Сейчас Андрей Пинкин работает над окончанием романа об Архизе. «Нежность желтой пантеры». Уже готовы к публикации еще 3 книги. В свободное время он редко расстается с фотокамерой. Удачный кадр может быть где-то рядом. А жизнь – это одно большое приключение, утверждает фотохудожник. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов, но в 14:30 смотрите информационный выпуск «Вестей» Шерифат Лепшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи.